сама делаю, у меня на городе знаки различия, и они золотые, потому что от того, что золото и серебро, это тоже опознавательный знак. Золотое, значит, знаки различия, это верхняя судовая команда судоводителей и те, кто работает с пассажирами. Я по своей форме, на самом деле, пассажирский помощник, если вопрос более крупный, я была старшим пассажирским помощником, у меня должно было быть еще три золотых уголочка.